нашей сцены приглашается хор мальчиков и юношей «Орлята» Орловской детской хоровой школы «Город Орел, Россия». Хор мальчиков и юношей «Орлята» был создан в 1999 году на базе Орловской детской хоровой школы. На сегодняшний день коллектив является единственным хором мальчиков и юношей в Орле и Орловской области. Хор «Орлята» – лауреат и дипломант конкурсов и фестивалей различного статуса. «Орлята» имеет опыт выступления с симфоническими оркестрами города Орла и Белгорода. Со дня основания хорового коллектива руководит преподаватель Орловской детской хоровой школы Людмила Валентиновна Дробышевская. Ваши бурные аплодисменты. Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова. «Орлята учатся летать». На сцене хор «Орлята», город Орел, Россия.